Приветствую всех, на связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сейчас я нахожусь на сайте компании Equalizer Investment Ltd, которая предлагает вкладывать свои деньги в эту компанию опытных трейдеров. Здесь есть один тарифный план, это плюс 50% за 24 часа при минимальной инвестиции 10 рублей и максимально 50 тысяч рублей. Запросы на снятие средств обрабатываются мгновенно, без какой-либо комиссии. Также нас уверяют, что здесь наши данные защищены полностью от различных DDoS-атак. О компании здесь написано буквально 5 строк, совсем не многословные они. Данный сайт работает пока 0 дней, инвестировано уже 317 тысяч, а выплачено почти 10,5 тысяч. Для меня это кажется странным, потому что выплаты должны быть только через 24 часа. При учете, что данный сайт работает только 0 дней, 24 часа с его открытия еще не прошло, удивительно, что есть уже какие-то выплаты. Данная платформа работает с платежными системами Kiwi Payer и ADV Cash. Минимальная сумма для вывода всего лишь 10 рублей. Нажму «Открыть аккаунт», пройду быстренько регистрацию. В личном кабинете сначала необходимо пополнить свой баланс. Пополню с помощью Payeer на 1000 рублей. Сейчас я оплачу этот счет, пока поставлю видео на паузу, чтобы не отнимать зря ваше время. Итак, я оплатила счет, пополнила свой баланс на 1000 рублей. Депозит был автоматически запущен, и через 24 часа я должна буду получить 1500 рублей. Подождем это время, когда данный срок истечет, я возобновлю видео и посмотрим, какие мы получим результаты, выведем ли мы деньги, либо же нет. Прошли сутки, мой депозит отработал, теперь на моем балансе 1500 рублей, попробую вывести средства заработанные. Вывести можно почему-то только на Kiwi кошелек, его нужно указывать в настройках, почему-то мне написано, что доступно 0 рублей. Ну давайте попробуем хотя бы маленькую сумму вывести. Нет, мне недоступно. Почему-то на балансе у меня 1500, а вывести даже 150 рублей не могу. Как мы видим, минимальная сумма на вывод составляет 10 рублей. Но почему-то я их не могу вывести. И тут также написано, что вывод средств на платежной системы, на Advanced Cash, Payeer, в инстант режиме Kiwi Wallet в ручном до 8 часов. Но нам предлагают только Kiwi. Хотя толку от этого нет, потому что вывести мы все равно их не можем. Что ж, можно сделать вывод, что данный проект деньги не выплачивает. Вывести их нет вообще никакой возможности. На балансе деньги числятся, для вывода они недоступны. Этот проект Equalizer Investment Ltd я вам категорически не рекомендую. Не теряйте зря свои деньги, тем более 50% это просто какая-то сказка за 24 часа. Этого и стоило ожидать. Ни один проект бы не продержался бы и недели, если бы выплачивал 50% за сутки. С вами была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч!